Снаряжение для кайтинга очень недешево. Ну и цена учебного курса в школе кайтинга вполне сопоставима с полноценным комплектом БУ снаряжения. Поэтому, начиная заниматься кайтбордингом, приходится выбирать, куда потратить свои кровные. И, как всегда, есть разные варианты. Если вы много занимались спортом, видами, которые связаны с катанием на досках, и привыкли осваивать все самостоятельно, и главное, у вас есть возможность и много времени уделять своему увлечению, то, возможно, для вас вполне подойдет вариант покупки своего оборудования. Начинать кататься в компании более опытных друзей для хорошо координированного бывшего спортсмена будет несложно. Знаний, полученных из интернета, будет вполне достаточно, чтобы адаптировать уже имеющиеся навыки катания на досках. Главное не торопиться и научиться уверенно управлять кайтом. И, конечно, тем, кто занимается сноукайтингом, начать самостоятельно кататься летом вполне по силам. Новым будет управлять кайтом, плавая в воде, и водный старт, который требует больше тяги, чем на снегу. Покупая собственное снаряжение для кайтинга, необходимо учитывать, что оно должно прежде всего подходить для начинающих райдеров. К сожалению, покупка на вырост может серьезно замедлить прогресс. Для тех, кто редко занимался спортом или никогда не катался на досках, самостоятельно научиться может потребовать довольно много времени. И, скорее всего, занятия в профессиональной школе кайтбординга будут не только комфортнее, но и, как ни странно, еще и дешевле. Потому что во время обучения кайты, падая, могут рваться, и использование школьного оборудования под присмотром инструктора обойдется дешевле, чем ремонт собственного кайта. И если школа действительно профессиональна, то снаряжение адаптировано для новичков в достаточном количестве, и подобрать подходящий комплект для занятий будет несложно. Так что занятия в школе остаются самым быстрым способом прийти в кайтбординг, но, конечно, не дешевым. Если у вас есть возможность планировать, то обучение может быть и бесплатным, например, во время акций. Правда, количество мест, как всегда, будет ограничено.